корейский КПП. Прорваться будет непросто. Собери все гранаты, которые сможешь найти. Маскировка активирована. Выдвигаюсь. Недостаточно энергии. Маскировка активирована. Маскировка активирована. Маскировка активирована. Максимум брони.
брони. Убить его! Маскировка активирована. Максимум брони. Перезаряжаю! Достаточно. С помощью гранаты. Приближаешься к линии обороны. Попробуй прорваться с помощью гранат. Что там у тебя, пророк? Сам увидишь. Рассказывать бесполезно, все равно не поверишь. Понял, иду. Убейте его! Вижу цель! Достаточно энергии.
Вовремя ты пришел. Ну, что скажешь? Похоже, кому-то крупно не повезло со швартовкой. Похоже, мы в тупике. Да, со штабом связи больше нет. На острове слишком сильное статическое поле. Эй, босс, смотри сюда! Хорошая карта. Смотри, район выделен. Похоже, раскопки были именно в этой долине. А ты уверен? Я нет, но это все, что у нас есть. Надо идти. Я никуда не пойду, пока ты мне все не расскажешь. В сказки про найти и спасти я больше не верю. Ага. Интересно, откуда корейцы взяли этот проклятый луч? Точно! Похоже, мы вляпались в какую-то дерьмовую фантастику. Я уже рассказал вам все, что нужно. Полная чушь! И ты это знаешь! Астек мертв! А мы даже не знаем, что его убило! Я сам видел, босс. Его разорвало напополам. И с чем же мы тут имеем дело? Явно не только с корейцами. Шут прав. Если бы Розенталь был простым придурком, нас бы тут не было. Замолчи, псих! Вы все знаете. Задача найти людей, этим мы и займемся. Выходим немедленно. Что за... Это приказ. Что-то есть! Шут попался! Надо идти! Надо идти! Живо! Вперед! Ну, ну! Видишь его? Куда он ушел? Сюда! Вперед! Ну! Вот черт, ты это видел? Держите курс, надо найти Шута! Идем на восток! Вперед, вперед! За ним, живо, живо! Мертв! Сукин сын! Черт возьми! Что это было, босс? Нас раскидало, как мух! Если бы я только знал, честное слово! Отойди, я его уничтожу! Прощай, друг! Максимум брони. Глядим в оба. Впереди штаб корейцев. Прикрой меня, Номад. Псих, прикрой нас. Понял. Номад, иди со мной. Черт возьми. Вокруг одни трупы. Похоже, все чисто. Иди к фургону. Я сейчас попробую влезть на канал корейцев. Номад, вы с психом охраняйте периметр. Так, похоже, они взяли заложников гражданских. Деревня в километре отсюда. Возможно, кто-то из людей Розенталя. Номад, иди в разведку. Осмотри деревню и узнай как можно больше. Я останусь тут и прослежу за развитием событий. Приоритет – заложник, ясно? Ясно. Псих тебя прикроет, когда закончим.
жду встречи. Остаюсь на связи. Номад, я займу высоту. Сообщи, когда войдешь в деревню. Маскировка активна. Маскировка активирована. Недостаточно энергии. Максимум. Ребята, вы не поверите, но, похоже, этой операцией командует сам генерал Рич Хан Кхон. Тот самый, который устроил знаменитую резню. Он-то что тут забыл? Не знаю, но будьте осторожны. Это опасно. Маскировка активирована. Маскировка активирована. Вонючие янки! Недостаточно энергии. Максимум брони. Достаточно.
Маскировка. Подвигаемся! Оскал! Маскировка активирована. Выходим! Максимум брони. Корейский радар. Найди терминал и войди в их тактическую сеть. Маскировка активирована. Недостаточно энергии. Максимум брони. Маскировка активирована. Максимум брони. Маскировка активирована. Достаточно энергии. Маскировка активирована. Недостаточно энергии. Пророк, я у радара. Копирую данные. У нас есть точные координаты заложника. Его держат в здании школы. Проверь карту. На радаре что-то есть. Похоже, сюда идет большой флот. Что-то не верится. Целый флот, и все из-за нас? Не отвлекайся. Сейчас твоя задача найти заложника.